И опять же Лёша с Леной. Да. Девочка. Аккуратно, то сейчас... Всё, аккуратно, пошёл. И народ сидит. И думает. Зритель. И зритель. Кирюша. Зачем нам дискотека? О, чё, как-то вы близко танцуете, люди. Вы какая попа, видали? Опа, вот это попа. Попа работала. Опа, вот это попа. Да, 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 да. А что она делает? Нет, да, Лёха, давай, жги! Понимаешь, не текст. Да, 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 еее! Бах, бах! Музыке. Да нет, ты просто... Посмотрим, как Алексей... Алексей сможет обыграть его. И сколько зрителей? Мне так нравится, когда ребенка делает акцент какой-нибудь, чтобы девочка головой вниз. Как будто она ударилась вообще-то. Почему нельзя сделать на тему акцент? Что? Вот вся правда о звуке. Я очень страдаю в этот момент. От чего? От математики? Джо, в плане, когда ты делаешь акцент, акцент там нет? Когда ты понимаешь, что ты не... Нет, это такой момент бывает, когда ты не успеваешь делать некоторые движения, потому что ты делаешь акцент. А, ну да.